Вампай, с вами Вампай, и сегодня я вам покажу, как скачивать, ой, как скачивать, ну, как скачивать, как пользоваться Bandicam. Так, я Bandicam пока сам отложу. Значит, заходим скачать, вот Bandicam, официальный сайт, скачать, ну, тут, блин, это хрень, это вот не ведитесь, кстати, это вот Amiga, это хрень, вот, Donald Bandicam. Ладно, тоже можете не покупать, кстати, тут у вас будет вот такая вот хрень. Короче, если вы хотите снимать видео, ну, летсплеи, то это вам надо сюда, игровой режим. Вот, там нажимаете, тут тоже настройки основные, например. Это куда сами видео будут тут складываться. Ну, не складываться там, короче, куда видео будут загружаться. Ну, тут вот все под вас, изображение. Вот, кстати, видео начало, конец, вот клавиши можно использовать. Видео звук, вот звук. Изображение. Так, звук я потом еще. Формат высокого качества. Обзор результатов. Это вот, который снимали. А в программе тут. Вот звук. Звук. Меня многие уже спрашивают, почему я снимаю с наушников, а ни хрена не идет звук. Я сейчас вам покажу. Вот видите, звук, да? Видео, звук, настройки. Так. Так, так, так. Это не то. Это не то. Настройки. Это тоже не то. Походу. Сейчас я на паузу нажму и потом вам покажу. Недолго, думаю, я нашел. Расширение, я же забыл. Тут будет основное, значит. Прочие. Настройки записи для видео. Вот. Запись звука, во-первых, если этого не будет. Но у меня вот уже было. Параллельно сохранять не сжатые звуковые файлы, это, блин, я не знаю. Ну, это по выбору, конечно, но это будет отдельный звуковой файл. Ну, я не знаю, мне это вот не надо. Значит, основное устройство, встроенный микрофон. Вот у меня от моих наушников. Во, во, вот. Я ими пользуюсь тоже иногда, но я вот как микрофон обычно использую. Я не люблю в наушниках сидеть. Дополнительное устройство, наушники для связи. Ну, это вот наушники для связи, это... Просто наушники, а надо именно микрофон встроенный. И вот так же и с вашими наушниками. Встроенный микрофон, а не наушники, главное. Ну, окей, это все фигня. В общем, здесь видеоустройство, запись, веб-камера. У меня, я пока не обзавелся, у меня камера самого компа. Вот, вот здесь вот очень удобно папка. Вот, тут все у меня для записи. Bandicam не зарегистрирован. Ну, это, в общем... Что ж сказать, ребят, ну все до безумия просто. Вот захотели вы игру, ну, игру снять, значит, заходите именно вот сюда, в игровой режим, включаете игру и нажимаете вот клавишу, которая вам нужна. Хотите снять с экрана экранный режим, вот тоже заходите сюда, можете нажать вот на эту кнопку. Можно и сюда нажать, просто, ну, я не знаю. Тут все до безумия просто. Что говорят, что все сложно. Ребят, 3 минуты хватило мне, чтобы все объяснить вообще. Ссылку я оставлю на скачивание в описании, конечно же. Ну что, с вами был Алекс. Всем удачи, всем бай-бай. Гаси.